Мусорная история Расторгуева довольно печальна. Когда-то здесь сваливали отходы во враг, расположенный неподалеку. Контейнерная площадка появилась, но проблемы с мусором остались. Площадка это место можно назвать довольно условно. Нет ни асфальтового покрытия, ни навеса. Пластиковые бутылки, пакеты и другие отходы разбросаны в том числе и вокруг. С 1 января в Московской области вывозом мусора занимается единый оператор. Кроме того, введен раздельный сбор мусора. В связи с этим здесь появились контейнеры разного цвета. Но вот внешний вид площадки оставляет желать лучшего. Ольга Михалева живет в Расторгуеве с рождения. И все это время мусорная свалка портила окружающий вид. Мы достаточно давно уже пытаемся решить эту проблему, пожалуй, в течение последних 2-3 лет. Обращались на Добродел регулярно, да, то есть что-то происходит, но до конца всю эту проблему решить по сей день не могут. Вторая проблема – частные дома, которые располагаются поблизости. Если раньше это были дачи, то теперь многие живут здесь на постоянной основе, и количество мусора, соответственно, увеличилось. И жители частного сектора не торопятся заключать договоры на вывоз мусора. Госадмтехнадзор рекомендует заключать договора на вывоз мусора как физическим лицам, так и юридическим. У нас установлен кашерский оператор, который вывозит мусор. Можно найти либо в интернете, позвонить и оставить заявку. Если бы каждый домовладелец, который пользуется этими мусорными контейнерами, имел договор и оплачивал данную услугу, площадка давно бы была благоустроена. Максим Козлов, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видное ТВ.